Одним из проблемных вопросов судебной практики Южного Казахстана остаются гражданские дела по земельным спорам. Здесь апелляционной коллегии отменено наибольшее количество судебных актов, принятых судами первых инстанций. Причина в чем? Рассматривается дело в районном суде, свое заключение дает земельный комитет. В апелляции вновь дает свое заключение земельный комитет, но это заключение совершенно противоположно первому. Отсюда начинается изменение судебных актов. Нам следует отработать этот вопрос. Раз сдал государственный орган заключение, то оно должно быть в единственном виде. Получается, либо у них нерадивые специалисты работают, которые в понедельник одно заключение дают, в пятницу другое, либо какая-то недоработка в вопросах взаимодействия с ними. За прошлый год судами области рассмотрено 5102 уголовных дела. По почти 3000 делам вынесены приговоры. Изменения вердикта зачастую касались дел, связанных с клеветой и оскорблениями. Дела частного обвинения все оценочного характера, особенно к нам приходят, поступают дела клевета и оскорбления. Здесь как бы затруднение об результатах экспертиз, филологических экспертиз, понимание экспертиз. Таким образом, вот по 5 случаям у нас имеется отмена приговора, обвинительного приговора с вынесением оправдательного приговора. Также отмечался рост примирительных соглашений, достигнутых в судах области. На протяжении последних нескольких лет качество отправления правосудия в целом по области, по гражданским, административным, уголовным делам находится на стабильном уровне. На сегодняшний день мы имеем показатели причин отмен и изменений гражданских дел по судебным актам гражданских дел в районе 0,5%. Это показатель у нас стабильный на протяжении последних 4 лет. Аналогичная ситуация у нас связана и по отправлению правосудия по уголовным делам. По административным делам вообще у нас никаких проблем нету ни по качеству, ни по срокам отправления. Лучшим судом Южно-Казахстанской области назван специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних. Ни по одному решению и приговору, вынесенному ювенальным судом в 2016 году, не было ни отмены, ни изменения.